Военнослужащие, заключившие первые контракты на прохождение воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, активно занимаются и проходят боевую подготовку на полигонах Минобороны. Если говорить об этапах подготовки, то бойцы выполняют стрельбу из пулеметов Калашникова по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику противника. Тренировки проходят на высшем уровне, дают все, что нужно давать, много подсказывают. Есть к чему стремиться, стремимся, улучшаемся каждый день. Тактика проходит на высшем уровне, инструктора большие молодцы, дают очень много знаний, понимания дают, где мы и что мы делаем, и что мы обязаны делать. Кроме того, на полигонах бойцы подразделения обучаются армейской тактической стрельбе и стрелкового оружия на специально оборудованном участке, а также отрабатывают вопросы противодействия диверсионным разведывательным группам, изучают основы тактической медицины и инженерное оборудование позиций.